Пошла. Ну-ка, что? Покажи свою мощь! Он ее ест? Хоба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть «Растения против зомби 2». Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также залетай в Телеграм, это очень-очень важно. В общем, ребят, блин, контент надо делать. Да, ребят, сегодня будет у нас новое растение. Я не знаю почему, но квесты, ребят, ну честно скажу, счет как-то, ну... Блин, так, это выполнено, это замечательно. Давай сюда. Конечно, денежки нам не повредят. А, слушай, я не знаю почему, но вот именно, может, через, конечно, 3 дня что-то новенькое появится, но что-то я сомневаюсь. В общем, решил я, ну, знаешь, в одни игры мы донатим, в одни вообще не донатим, поэтому, ну, блин, контент нужен нам. Это, если что, оригинальное ПВЗ, ребята, и мы поглядим на новое растение. Да, но так как в квестах там подобраны специальные какие-то уровни, можно протестировать максимально. Мы с тобой сейчас будем на рандом смотреть, и сегодня у нас будет растение Бз-баттон. В общем, поглядим, что это за штука такая. Modern Day, так, либо... Давай, а почему бы и нет? Давай сюда куда-нибудь зайдем, только нужен именно уровень, где надо выбирать растение. Поэтому сейчас мы с тобой поглядим, какой уровень. 16-й, 18-й в Wrong Way. Давай попробуем сюда, а? Давай поглядим. В общем, ставь жирненький царский лайкосик, если ты хочешь, ну, чтобы мы продолжали играть в ПВЗ, потому что, ну, блин, я сам соскучился на самом деле. Итак, что же мы с тобой сейчас будем брать? Ну, электрокамыш я возьму, потому что то растение новенькое как раз относится вроде к семейству электрических, поэтому берем. Так, вот это мы тоже с тобой возьмем. Возьмем... Где мой любимый просто доисторический? Где он? Ах, как же я его обожаю. Вот, этот подсолнух. Да, ребят, прям жить не могу, реально. Так, возьмем еще, ну, что-нибудь такое не прям супер имбовое. В общем, ребят, будут новые растения. Видишь, я тут вообще пропустил, потому что чисто я вообще их не открывал, квесты. Ну, единственное, вот это мы с тобой получили, потому что, ну, это прям мега имба, хотя и некоторые тоже. А... Вот это я вообще не знаю, блин, интересно. Посмотри, какой грибок прикольный. Этот мы с тобой тестировали, вот этот левитатор. Ну, кстати, он такой... Вот это надо было полюбас получать. Я не знаю, что тут я немного пропустил, ребята, но... Вот оно, ребята. Блин, это вообще замечательно. Ну что же, давайте поглядим. Все-таки мне прям очень интересно. Так, а что бы нам еще взять? Может... Тенячью грушу вот эту взять, а? Или какой-нибудь мяту можно взять. В принципе, вот это вот не помешает. Вот, все, поглядим потом на банши, да, ребята, поглядим. Но сегодня именно серия будет посвящена вот этой. Прям выглядит мощно, а? Согласись. Погнали, дружище. Ну что же, давай начинать потихонечку. 18-й день. Так, 50. Всего стоит 50, ребята. Первый уровень. Блин, что же она будет делать? Мне прям очень интересно. Так, и вот первый зомби уже идет. И посмотри просто на эту машину. Так, давай посмотрим. Музыка, пожалуйста. Я не знаю, почему в последних версиях именно вот такая вот фигня происходит. Музыка почему-то исчезает. Пожалуйста, музыка. Я не знаю, почему. Так, о, пошла. Ну-ка, что? Покажи свою мощь! Он ее ест? Понятно, понимаю, ребята, понимаю. Не, ну слушай, нормально, но... Не добила ты? Ты серьезно? Да ладно! Так, ну тут на помощь, конечно, электрокамыши у нас подключаются. Это 100%, ребята. А вот в совокупности... Блин, надо было электрическую мяту взять, но мы это чуть попозже возьмем, если что, не переживай. Так, это, конечно, он взлетит, он не собирается есть, естественно. Так, ладненько, еще ставим с тобой... Блин, как все тяжело.
решился все-таки я, ребята, получить новое растение, потому что, говорю, контент нужен, нам прям реально он нужен. Так, на, поешь немножечко вот эту ягодку. Охренеть, ну выглядит она прям мощно-мощно. Но вот именно... Так, я даже не знаю, погнали. Офигеть, как она круто выглядела, боже ты мой. Стоп, ребята, я не был готов. Вот слишком быстрый. Так, давай, тут хотя бы... Поддержка нужна. Ладно, две газонокосилки мы с тобой теряем. Боже, я что-то возлагал прям большие надежды, но... Ты понимаешь, да? Немножко что-то не по плану. Все пошло, ребята. Так. Электрокамыши, конечно, делают свою работу. Ребята, совет, прокачивайте до 6-го, и все будет в шоколаде. Правда. Ву, хорош. Отлично, найс. Так, тут у нас все уже нету. Блин, электрокамыши нас прям очень сильно спасают, но выпуск-то посвящен именно вот... Это чисто бомба, бомбочка электрическая, ребята. Хорош. Так. Давай, применяем. Блин, ну выглядит она мощно, когда прям зарядилась она по максимуму током. Выглядит очень круто. Ну и проходим мы с тобой этот уровень благодаря электрокамышам. Да, ребята, не этой ягодке. Мы с тобой сейчас, может, мы сильно какой-то крутой уровень прям взяли. Может, нам попробовать. Дружище, на, поешь, успокойся. Как тебе? Как тебе на вкус электричества? Он, знаешь, он похож на электрика чисто. Моего соседа. Реально. Я все время думаю, что учитель какой-то такой. Чисто электрик. Офигеть, блин. Которого так нехило, блин, током дернуло. Офигеть. Прям похоже, а? Согласись. Итак, мы прошли... Так, хорошо, ребята. Я уже про рекламку даже и забыл, что внутри игры бывает она. Мы как-то квесты проходим, реклама вообще никогда у меня не появлялась, а тут бац. Ох, вот эти уровни, кстати, ребята, может здесь где-то тестировать, а? Почему бы и нет? Ну, подумаем. Ладно, а теперь мы с тобой отправляемся, блин, какой бы такой уровень взять интересный, да? Ну, давай самый такой вот прям начальный, скажем так, да? Так, тут Гаргантюас. В общем, на последнем уровне мы проверили его, и что-то как-то он такой. А вот сейчас мы с тобой залетим на первый. Ну, давай 23 уровень. Тут-то должно есть выбор. Присутствует. О, тут еще Гаргантюас всякие различные. Хорош, выбор есть. Так, мы с тобой та же самая команда, но единственное, мы электрическую мяту возьмем и поглядим, как же будет с ней. Второй уровень у нее, кстати. Может, сейчас будет... Ну, в общем, дела получше будут обстоять. Но это, блин, все-таки первый уровень, поэтому... Ну, первый мир. Может, здесь как-то будет поинтересней нам. Так, ну и вот первый идет. Наш дорогой. Ползет, я бы сказал. И пусть встречает. Ну, блин, она очень мощно выглядит. Прям погляди. Прям рот у нее такой страшный. Как, не знаю, ФНАФ Фредди, ребята. В ПВЗ. Ну, глазки выдают. Такие, знаешь, девчачьи такие. Так. Куда-нибудь вот сюда поставим. Ну и... Током его, конечно, фигачит. Я не знаю, второй ряд нужен ли нам, ребята. И, к сожалению, видишь, как бы, ну, такое. Теперь попробуем мяту. Так, они немножко забустились. Ну, только единственное, никто до них не дошел. Ладно, ничего страшного. С тобой все равно так или иначе проверим сейчас чуть попозже. Правда, первая волна уже тут у нас. Это прям взрывается. Раз и все. Ну, блин, 50, это, конечно, дороговастенько. Честно скажу.
А это ты сожжешь, да? Да, ты все сожжешь, дружище. Вот мы одну поставили. И сейчас, если что, я мяту активирую. Сейчас она у меня появится. Вот. Вот, она за... Ну вы реально, ребят, ну что, вы мне немного зомби с факелами мешают? Даже не совсем немного, блин. Так, поглядим, поглядим. Да тут уже не дойдет он. Вот он даже не дойдет. Вот, а вот Гаргантюа, бньк. Нету. То есть как бы она отлетела, эта бомбочка, но увы и ах. Ребята, сейчас проверим вот так. Ну тут бзынькает. И, ну, самое такое прикольное, что станет. Все-таки эта штучка, мини-бомба наша такая. То есть, видишь, она станет, станет. Давай еще раз бзыньк, бзынькни. Ну, я, конечно, его могу прямо сейчас добить. И, в принципе, наверное, мы так и сделаем. Что мы будем 1000 лет, да, на это тратить? Хорошо, получаем денежки и теперь отправляемся еще на один какой-нибудь уровень. Так, протестировать день средний такой. Так, хорошо, даже лак, ребята. Я не знаю, видите ли вы, нет? В левом верхнем углу такая полосочка. Это вот когда рекламу просматриваешь, вот такая фигня появляется. Блин. Не знаю, видно? Вроде нет. Так. Значит, какой-нибудь средний мир. Блин, я, знаешь, вообще прям мой самый любимый неон микстейп. Блин, это прям пушка. Ребята, прям офигеть какой. Давай 18 уровень, прям вообще красиво выглядит. Иконка даже такая, да, интересная. Так, тут вроде как, наверное, можно выбирать. Ох, блин, вообще круто. Да, можно. Чесночок у нас. Подсолнух есть. Без мяты, да? Да можно и без мяты. Давай так проверим. Да, ребят, на записи видно. Давайте я лучше перезайду. От эмулятора это зависит. В общем, как мне нравится этот мир. Это прям вообще волшебный. Музыка здесь прям имба. Боже ты мой. Там-там-там-там. Честно скажу, растение, ну, такое. То есть, как бы, не знаю. Так, чертенята. А вот тебе держи подарочек. Вот такой вот. Ну, да, он отваливается. Это нормально. Притом это первый уровень. Груша. А там, если дальше, там, по-моему, еще больше урон нанос. Так, я чувствую, что пора нам побыстрее. Так, этот сейчас при спокойной музыке-то он, да, он будет жрать, но как только включается такой настоящий рок, он прям вообще в ударе, этот зомби. Совсем рок? Прям... Ну-ка, ребята, бзынькой давай. Тихо. Блин, там уже под колеса-то фиг, что сделаешь, еще бессмертные зомби. Так. Ого, крутой Эмси. Там у нас идет... Боже мой, вот эти денсеры вообще прям... Что они творят? Зынькаем. Так, давай вот так вот. Ну, в принципе, как ты видишь, это растение, ну, конечно, правильно его использовать. В принципе, помощь есть от него, то есть. Плюс выглядит очень-очень-очень круто. Может, и наряды там потом подзавезут. Ну, в общем, вот так вот мы с тобой испытали. Нет, на самом деле можно было бы еще как-то его испытать. Ну, не знаю, напишите в комментариях, как бы мы могли с тобой испытать. Может, как раз еще плюс новый ролик выйдет по этому растению. Потому что, ну, блин, здесь мы с тобой поглядели.
ну, непонятно все. Одно дело, когда там горохострел, пулемет, и это вообще имба. А это, ну, чисто в поддержке такое, неплохое растение, скажем так. Ладно, бро, надеюсь, тебе все-таки зашел этот ролик. Вот, по ПВЗ будут почаще. Обязательно залетай в Телеграм, потому что там расписание. У меня теперь каждый день, ну, если вдруг что-то там случится, то на следующий день, там, если что, смотри изменения. На этом все, спасибо тебе за просмотр. Бай-бай, дорогой братишка.